короче, с утра пиздец тремор, вот. Это без лекарств. Я не знаю, как я буду возвращаться куда-либо. Потому что с такими трясущимися руками, ну, как бы, не круто. Я сейчас не умылась, не оделась, вообще ничего. Только проснулась, и вот у меня такой тремор. Сейчас настало время принимать таблетки. Я сижу в шапочке, в свитере, потому что мне дико холодно. Мне постоянно почему-то дико холодно, я не знаю почему. И хочется как бы согреться. Есть выбор. У меня есть четвертинка Торенда Респиридона, либо опять пить Респалепт. Респалепт на вкус как желчь. Ну, как будто тебе в рот кто-то уже стошнил. Ну, типа, тошнит. Ну, в общем, вкус у него такой неприятный, я бы сказала. Поэтому я, наверное, возьму Торенда. Вот остаточек надо доесть. Все эти таблетки, это получается мне на 6 дней примерно. Потом вторую таблетку рекситетина половинку. Типа, чтобы не плакать внезапно. Внезапно не плакать на улице и нигде внезапно не плакать. И таблетку флуоксетина. По утрам я обычно пью 2 таблетки, потом... Ну, короче, в день уходит 4 таблетки. Вместе с приемом Респиридона и вот всем остальным. Еще я, конечно, дико надеюсь, что сейчас смогу отправить посылочку, вот эту вот картинку, единственному участнику, который это все репостнул. И все будет хорошо. А завтра ехать делать волосы. А, ребят, кстати, у меня к вам есть еще одна просьба. Кто-нибудь хочет поучаствовать в съемке фильма в массовке? Это будет 12 числа. В 10 часов в Москве. Если вас это заинтересует, вы можете написать мне в личное сообщение ВКонтакте или зайти ко мне на страницу и посмотреть, там вот есть уже подробная информация в перепосте. Вот. Нужно, короче, набрать хотя бы 200 человек. Если наберется 500, вообще будет отлично. Там надо всего лишь посидеть 3 часа в помещении, посмотреть на выступление. И можно будет, наверное, можно будет пофоткаться со звездами, которые снимаются во многих разных очень интересных фильмах. И я бы на вашем месте, жила бы я в Москве, такую ситуацию, такой шанс не упускала бы. Так что это. И, кстати, да, мы начинаем конкурс на голову кукляхи, потому что в вопросе победила именно она. Так, если еще что-нибудь интересное случится, пока ничего интересного не случилось, я собираюсь идти на улицу, чтобы отправить посылочку и купить, короче, на завтра необходимые материалы для волос. Для волос они у меня станут длиннее, опять наращу их, наверное. Вот. Так что ладно, если что-нибудь интересное случится, я обязательно еще раз включу камеру, сообщу об этом вам. И это вы, скорее всего, увидите сегодня либо завтра. Сегодня, кстати, 6-е. Все, давайте, до встречи. Вот, я, в общем, сходила в магазин. И есть 2 новости, хорошая и плохая. В принципе, на улице теперь я уже могу находиться почти без панических атак. Хотя вот мне в голову пришло, что сосед снизу, типа с самого нижнего этажа, за мной следит. И это, короче, нехорошо. Я как бы понимаю, что я ему нахер не сдалась, но моя голова думает, нет. Короче, это паранойя. Мы ее тоже лечим пока что. Еще лечим. Вот. И... отправила посылку и купила себе некоторые вещи. Сейчас
какие вещи я купила, вам покажу. Посылку я отправила Кире Шварц Махно. Я надеюсь, что ты, во-первых, меня смотришь. Если смотришь, напиши об этом комментарий, пожалуйста. Мне важно. Вот. И я надеюсь, что как придет, ты мне напишешь и скажешь, в каком состоянии пришло, и, может быть, даже сфотографируешь или сделаешь такой маленький видеообзор. Ну, типа, каждый пиарится как может, ну, пожалуйста. Вот, также я не знаю, как лучше снимать дальше, с ушками или без, потому что мне кажется, что, типа, без этих ушек я некрасивая. И давайте перейдем к моей сегодняшней покупке. Это будет намек на одно из видео, которое будет на этой неделе, скорее всего. Я надеюсь, что оно будет. Короче, это вот такой вот спрей, термозащита от Good To Be. Почему-то мне казалось, что впереди еще двоечка должна быть, типа, Too Good To Be. Вот, это защита от температуры до 220 градусов, жидкость для укладки волос, щипцами и сушки феном. Для горячих причесок защита блеск превосходства. Вот, называется ангел-хранитель. Я надеюсь, что это то, что нужно, и я не облажалась с покупкой. Потом я купила вот Good To Be. Это стальная хватка, мне очень нравится. Вот эта вот форма, он похож на огнетушитель. И у меня такой раньше был, и я того бездарно потратила на то, чтобы поставить одному челу, короче, ирокез. Но ирокез как-то не очень сильно поставился. Хотя тут написано для вызывающей фиксации цементирование формы и фиксация в шестикратном размере, короче. И я не знаю, насколько он будет хорошим. Но может быть, второй раз мне с ним повезет. Вот. Потом я купила себе вот такой вот гель-лак, который без фильтра, блин, без ультралампы, вот этой вот ультрафиолетовой лампы. Короче, застывает, но обязательно надо покупать базу и топ. И купила бафик. Розовенький. Хотела еще косметичку, но я так посмотрела, у меня такая сумма вышла, что даже со всеми моими скидками... Котик, не дери, не дери, не дери. Нет, нет. Что даже со всеми моими скидками, ну как бы это было бы слишком жирно. Вот. И я сейчас буду, наверное, монтировать видео. И ложиться спать. Сегодня надо помыть голову. Я не знаю, выглядит ли она у меня сейчас грязной, но ее по-любому надо помыть. Вот. И завтра поеду уже делать, скажем так, новую прическу. Именно прическу. Я не буду стричься. Вот. И я надеюсь, что такой формат видео вам более-менее заходит. Это же типа влоги. Ну, мне кажется, это бесполезная вещь. А как кажется вам? Ну, в общем, да. Все, пора прощаться. Я говорю, не забывайте о конкурсе. Он в группе. Мы все-таки будем разыгрывать голову кукляхи. Видимо. Так что я надеюсь, что вы подпишетесь на группу, чтобы в нем участвовать. И будете следить за новостями. И всем удачи, всем пока!